Наталье Плотицыной был вручен специальный приз австралийской фирмы «Лиару» за умение царственно и чувственно носить драгоценности из австралийского жемчуга. Диплом, приглашение посетить международную ярмарку в Дюссельдорфе всей группе, а также призы каждому участнику от фирмы «Рилтин» Москва вручается группе «Крылья ангела». Итак, победителем творческого конкурса «Образ-2000» стала Наталья Плотицына, группа «Крылья ангела». Больше всего мне понравились вот грани, потому что это было талантливо и очень профессионально, как бы классически. Там было раскрыто все, вот, что, все эти самые вопросы, которые ставило жюри. Но очень интересно, вот первый приз получила группа... Сейчас...